Федеральный проект «Безопасные качественные дороги» в Чувашии будет продолжен. О планах на 2019 год говорили на утреннем совещании в столичной администрации. За прошедший год в Чувашии были отремонтированы больше сотни километров дорог. Только в Чебоксарах реконструировано 27 объектов, а это почти 30 километров. На все эти цели ушло почти 735 миллионов рублей. В текущем году отремонтируют 36 участков дорог. Так, по итогам двух лет, благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», в столице Чувашии доля хороших дорог достигнет 60%. На 2019 год на ремонт дорог предварительно выделено около 750 миллионов. Рублей. Были обсуждения общественные, где определили три улицы. Это Тракторостроители, Пирогова и 50 лет Октября. Планируется включить еще реконструируемые объекты в 2019 году, такие как проспект 9-й пятилетки, который сейчас проходит экспертизу, реконструкция электроаппаратчиков, имеющие уже положительную экспертизу, капитальный ремонт путепровода Южный на проспекте Тракторостроителей и мост на проспекте Тракторостроителей, капитальный ремонт реки Сугутка, реконструкция автомобильной дороги по улице Пристанционная до зимних видов спорта и реконструкция автомобильной дороги по улице Гражданская. Утвердили предварительный перечень. Обсуждения-то были у нас, нет? Да, обсуждения мы проводили у себя в четверг. На прошлой неделе, что ли? Да. Но специально этот вопрос сегодня еще раз хотел рассмотреть и акцентировать внимание, привлечь горожан к плану на 2019 год. Потому что обсуждения как такового не было по плану на следующий год. Рифат Фаткуллин, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика.